Уроки финансовой грамотности проводят для детей 5-6 лет. Это тот самый возраст, когда многие уже умеют читать и знают цифры. Тема этого занятия в 16-м детском саду – семейный бюджет. Детям рассказывают, как он складывается, объясняют, что такое доходы и расходы. Воспитатель рассказывает, главная строка в семейном бюджете – расходы на питание, вторая – коммунальные платежи и плата за детский сад. И только если останутся лишние средства, можно потратить их на игрушки. Каждый месяц много слишком. Во всей квартире придется их раскладывать. Тогда у нас все деньги потратятся. Дети тоже могут внести свой вклад в сохранение семейного бюджета, например, экономить электроэнергию и воду, а также хорошо учиться, чтобы родителям не пришлось тратиться на репетиторов. У нас в Рязанской области таких 5 пилотных проектов, 2 непосредственно в областном центре, 3 в районах. И, соответственно, по результатам пилота мы сделаем вывод, как нам идти дальше, а дальше мы точно пойдем, потому что финансовая грамотность – это задача страны, это задача Центрального банка. И, соответственно, финансово грамотные дети потом будут строить нашу страну. В Рязанском управлении Центробанка объясняют, у детей необходимо формировать правильное представление о том, как зарабатываются и тратятся деньги. И делать это нужно именно в раннем возрасте, а не когда они сами начнут зарабатывать. Поэтому программа финансовой грамотности будет развиваться, и не исключено, что со временем ее начнут внедрять все больше дошкольных образовательных учреждений. Денис Лева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».